27 мая. Заслуженная артистка России Мария Шукшина появилась на свет сегодня, 27 мая. Уже в возрасте полутора лет Маша снималась в новелле «Братка», а в 1972 году вместе с сестрой Ольгой в ролях дочерей Расторгуевых в фильме «Печки-лавочки». Закончила факультет переводчиков Института иностранных языков имени Мариса Тореза. Сегодня Мария Шукшина – телеведущая проекта «Жди меня» на Первом канале. Жена Сергея Есенина и основоположница свободного танца Айсидора Дункан тоже родилась 27 мая. Она разработала танцевальную систему и пластику, которую сама связывала с древнегреческим танцем. Дункан не была просто артисткой и танцовщицей. Ее стремления шли намного дальше простого совершенствования исполнительского мастерства. Она, как и ее единомышленницы, мечтала о создании нового человека, для которого танец будет более чем естественным делом. Всероссийский день библиотек, по-другому день библиотекаря, тоже отмечается 27 мая. Этот профессиональный праздник установлен указом президента России от 27 мая 1995 года об установлении Общероссийского дня библиотек. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве.